Всем здравствуйте! Это Чупа, я вернулся. Это Чупа. Меня не было полгода на канале по простой причине, потому что есть дела семейные, дела житейские. Вот, и недавно я вернулся опять к железно-моторно-технической стендовой части для того, чтобы в этом сезоне установить себе крошку. Значит, крошка непростая. Крошка у нас с новой версии чупососа. Это Киянка версия 2. Значит, отличие от той крошки, которую мы с Андреем в прошлом году гоняли в тесте с Уроном. Все помнят это видео. В отличие от той крошки, эта крошка имеет немножко другую конструкцию, собственно, самой продувки. Вот, и это позволяет сдуть почти 1 киловатт тепла. Значит, что есть 1 киловатт тепла? Значит, если мы сдуваем 1 киловатт тепла, соответственно, при КПД, сколько там, по-моему, я намерил около 87% на моем стенде, значит, это позволит вкачивать около что-то в районе 10 киловатт. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше. То есть это речь идет о длительной эксплуатации этого мотора на мощности 10 киловатт. Длительной, не пиковой. Пиковая эта крошка переваривает и 25 киловатт, а может переварить и все 30 киловатт. Вот речь идет именно о длительной эксплуатации этого мотора на мощности 10 киловатт. То есть едем 100 в час, ни о чем не задумываясь, может быть 110. Я подготовил сейчас стенд к испытаниям на тепловую, на возможность чупососа сдувать тепло. Значит, механика стенда, собственно, цепь у нас отключена. Вот, загрузки не будет. Значит, в контроллере я расстроил углы. Вот, и теперь все, что мы вкачиваем в мотор, оно остается в виде тепла. Вот, поэтому буду вкачивать по приборчику 1 киловатт. Значит, здесь у нас напряжение, здесь вольтаж, точнее, это пройденный путь, вольтаж. Здесь температура обмоток. Так, а где у нас мощность? Ребята, извиняюсь. А мощность у нас, вот она, забыл я совсем, да, давно не ездил. Вот, но прежде чем проводить эти эксперименты, ребята, я вот хочу сказать за пирожочек. Он будет демонтироваться. Вместо него будет ставиться вот этот мотор. Вот. Значит, что я могу сказать про пирожочек? Значит, обалденный мотор. Я ему, ребята, говорю огромное спасибо перед демонтажом. Он у меня уйдет на полку почета. Вот, моторчик едет 100 км в час пиково. К сожалению, он не может поддерживать эту скорость при встречном ветре. Но все видели на моем канале то, как мы с Андреем гоняли этот мотор на скорости 100 в час. 90 км в час он идет отлично. Ни в чем себе не отказывал я на этой скорости. Вот, все это благодаря встроенной в раму. Соответственно, тут кулера стоят. Значит, здесь у нас подводка проводов. Там, я не знаю, видно, не видно. Там у нас идут провода в дышло. Собственно, и здесь вот вместе с воздухом, вместе с проводами, с фазными, все это дело уходит внутрь. И на выход, здесь вот через дырочки, мотор продувается насквозь. Это и позволяло вкачивать повышенные мощности. Раз так, наверное, 5 от номинала. Вот, поэтому сейчас, ну, не сейчас, а в ближайшее время уже этот мотор пойдет на полку почета в качестве выставочного экземпляра. Вот. И, ребята, что еще хочу показать? Значит, вот по поводу пирожочка. А показать я хочу вот такую штуку. Собственно, магнитики. Это его статор. Посмотрите, какой он тонкий. Магнитов практически здесь нет. Это магниты, насколько я помню,
18 шириной, 10 длиной и 2,5 толщиной. То есть это дрыщ-магниты, цена которым в розницу 2000 рублей общей суммы. Это к тому, что дороговизна магнитов. Какая-то не дороговизна магнитов. В общем, ну, собственно, ладно, отставим этот статор. Все увидели, что вот эта хрень едет 100 км в час при наличии продувки. Поэтому давайте будем сейчас тестировать продувку уже на серьезном моторе. Посмотрим, сколько киловатт эта вся система сдует. Вот, значит, первый тест будет состоять из проверки, насколько крошка быстро разогревается без чупососа при вкачивании мощности 1 кВт чистого тепла, без механической, собственно, нагрузки. Все, что вкачали, все, что в тепло, и в тепло ушло. Вот. А затем включим чупосос и посмотрим, насколько быстро разогреется мотор до 90 градусов, может быть, даже до 100 градусов. Вот, значит, ребята, лимит будет 100 градусов на тесте. Почему? Потому что я не совсем уверен за магниты. Вот. Все говорят 130, я, собственно, сделаю это до 100 градусов. Ну ладно, что ж, давайте проверим, на что способен этот маленький зверек под названием встроенный чупосос Киянка 2. Ну, а пока идет тестирование, я, ребят, подниму небольшую такую интересную тему. Меня всегда удивляло, почему во всей индустрии электромоторной мотор колеса испытывают по программам испытания обычных двигателей. Ну, для тех, кто не в теме, объясняю. Объясняю суть моего, так сказать, возмущения. А мотор-колесо, оно не просто так называется. Значит, оно в себе сочетает две очень важных механизма. Ну, не механизма, так сказать, ну, две части. Собственно, это двигатель, это мотор и колесо, то есть движитель. Это две неразрывные части объединены в одну конструкцию, мотор-колесо. Значит, ну что такое двигатель? Можете почитать в Википедии. Устройство преобразует какой-либо вид энергии в работу механическую. Значит, а движитель – это преобразующая энергия двигателя. То есть тут у нас магниты с катушками, катушки с магнитами повзаимодействовали магнитными полями, оттолкнулись друг от друга, притянулись. Получилась сила. Дальше эта вся сила пошла через спицы, грубо говоря, воздействует на спицы. Уже дальше вот это спицы, обод, собственно, покрышка, это и есть движитель. То есть устройство, преобразующее энергию двигателя либо внешнего источника через взаимодействие со средой в полезную работу по перемещению транспортного средства, является частью машины. По суше, движитель – это колесо автомобиля, локомотива, велосипеда, мотоцикла и так далее. Так вот, все почему-то тестируют его как обычный двигатель. То есть распецовывают, ставят на стенд, раскручивают до хрен пойми каких оборотов и начинают тестировать по программе обычного двигателя. Неправильно это. Почему? Потому что такой двигатель, то есть мотор-колесо, никогда не будет эксплуатироваться на тех режимах, на которых его тестируют на стендах с обычными программами тестирования. Оно будет использоваться, мотор-колесо, только в реальной езде. То есть, когда байк или там какое-либо транспортное средство испытывает сопротивление качения покрышек, сопротивление воздуха, и все. То есть это два фактора, которые будут влиять на момент. Значит, чем выше обороты, тем больше момент согласно вот этим двум факторам: сопротивление воздуха и сопротивление покрышек. Это кривая
графика, она там имеет свою кривизну, грубо говоря. Поэтому такие моторы тестировать нужно исключительно с имитацией реальной езды только. Потому что иначе это изделие эксплуатироваться никак не может. Мы не можем взять мотор-колесо, поставить его в мид-драйв, там, в середину каретки, протянуть цепь, поставить там сзади звездочку и крутить его совершенно в другом режиме. Конечно, это можно сделать технически, и так делают. Вот. Но это уже будет не мотор-колесо, это будет обычный аутранер-двигатель. Таких двигателей до задницы много. Вот, а здесь мы рассматриваем именно мотор-колесо. Прежде чем ставить мотор на стенд и проводить тепловые испытания, я провел нагрузочные испытания. Выяснил, при каких обстоятельствах будет выделяться наш заветный 1 кВт. Значит, ну, смотрите. Значит, стенд был загружен с имитацией реальной езды. То есть у меня был вычислен мидль 0,63, мой средний мидль. Это, в принципе, обычный мидль 0,63. Значит, в зависимости от скорости растет сопротивление воздуха, растет момент согласно физике. Физике езды на мотор-колесе. Я это подчеркнул. Ну, при диаметре колеса 24 дюйма, естественно. Диаметр колеса тоже учитывается. Значит, вес учитывается, сопротивление покрышек учитывается. И вообще, откуда я беру эти данные загрузочные? Существует куча калькуляторов, где можно посчитать затрачиваемую механическую мощность при таком-то мидле с такой-то, такой-то резиной на такой-то, такой-то скорости. Дальше от этого высчитывается, значит, от механической затрачиваемой мощности высчитывается обороты колеса и, соответственно, крутящий момент, требуемый для поддержания скорости. Все очень просто там. То есть я применяю еще несколько калькуляторов и получаю таблицу загрузки. Вот после этого я загружаю стенд, значит, оборотами соответствующей скорости 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Итак, 10 точек. Вот. Дальше загружаю загрузчик моментом, необходимый для этой скорости. Вот. И дальше смотрю, сколько потребления. Вот. И дальше уже все высчитываются, все параметры. Итак, ребята, значит, у нас перед вами график, реальный график этого мотора по версии стенда Чупы, потому что я не могу 100% сказать, что у меня опупенная точность до там 10%. Нет, ребята, точность здесь особо не нужна. Нам главное увидеть вот эту вот полочку. Собственно, вот эту полочку. И, соответственно, сравните это все дело с другими моторами. А вот здесь уже стенд позволяет с точностью до 0,5%, после 90%, с точностью до 0,5% сделать точное сравнение. Вот, ну, абсолютную величину оставим в покое. Ладно, бог с ними. Значит, итак, ребята, значит, двигаемся до скорости 100 в час. Почти 97-98 км в час. Что мы видим? Значит, у нас КПД в этой точке 85%. Это по моему стенду, достаточно высокая величина. Одна из самых высоких. Я протестировал огромное количество моторов в свое время. Вот. Ну, крошка, она, и вот крошка, вот она крошка. Ну, все знают, что такое крошка. Поэтому вот такие цифры. Но самое интересное здесь, это 40 км в час. Значит, мало кто знает, особенно с тех, кто любит на стендах тестировать, что 40 км в час – это та скорость, от которой начинается дальнобойная езда на байках. То есть байки используют еще и на дальних покатухах. Это 100 км, 150, 200, в зависимости от того, какая у вас батарейка. Самая оптимальная скорость в этом режиме – это 40-50 км в час. Это когда не сильное большое потребление, и мотор находится уже в КПД. Можно ехать со скоростью 30 в час, но при этом КПД падает, расход уменьшается, соответственно, но при этом жопа отваливается от того, что вы долго просто сидите. 100 км в час ехать на скорости 30 км в час – это слишком долго. Вот, поэтому скорость, уже принятая в сообществе электробайкеров, это 40-50 км в час. И здесь мы видим, что крошка на скорости 40 км в час выходит за психологически такой вот предел 80% КПД. То есть она становится очень экономичным мотором на дальнобойной скорости.
И одновременно, если вам нужно дать тапку в пол, вы легко наберете скорость до 97 км в час. При этом КПД остается за пределами 80%. Вот не знаю, что, почему вот 80%, но вот такая вот величина общепринятая, что должно быть выше 80%. Итак, там в кадре происходит какая-то движуха. Ребята, значит, лекцию отложим на продолжение видео, чуть-чуть попозже. Но сейчас давайте послушаем, что Чупа будет говорить на видео. Так, ребята, ну что ж, смотрите, значит, вот за это время крошка нагрелась до 102 градусов. Ребята, здесь я нажму на паузу, чтобы перевести все, что я сказал, на человеческий язык. Итак, по результатам вот этого измерения мы выяснили, что без обдува на скорости 97 км в час, в принципе, такого, конечно, не бывает, байк с этим мотором проедет всего лишь в течение 9 минут. Без обдува снаружи имеется в виду. Ну, сейчас чупасос, как вы видите, был выключен. Вот, но в реале у нас все-таки мотор обдувается слегка, вот, хотя он находится в тени обода. Вот, об этом тоже можно поспорить, но мотор все же обдувается. Поэтому это время реально растягивается примерно до 15 минут. И те, кто эксплуатирует крошки в реалиях, как говорится, они прекрасно знают, что если ехать, допустим, по МКАДу на скорости 100 в час, то дольше 15 минут этот мотор не выдерживает. Дальше у нас 130 градусов. После этого идет, соответственно, перегрев всего, чего только можно. Срабатывает термодатчик в контроллере. Мотор останавливается. Дай бог, это произойдет, конечно, на открытом шоссе, а не в тоннеле где-нибудь в потоке машин. И вот уже за какое время со 130 сойдет хотя бы до 100 градусов, ну, мы увидим сейчас дальше по видео. Но, к сожалению, я до 130 не разгонял, поэтому сброс будет с 80 до 60. Итак, давайте посмотрим, за какое время крошка сольет с 80 до 60 градусов хотя бы. Значит, давайте теперь посмотрим, что же у нас, собственно, делается температурой, с температурой, где магниты. Магниты у нас 60 градусов, не так критично. Самое горячее место оказалось крышка. Вот, тут 70 градусов, к сожалению, вот, наверное, не видно в камере будет. Но я буду говорить, 70 градусов по центру, самое яркое. Вот, значит, я здесь пытался залепить отверстие, чтобы не было чита. Чтобы чита не было, что тут центробежная сила якобы может продувать мотор без кулеров. Там есть такая поверье, чтобы не влиять, собственно, чтобы эта теория не влияла, собственно, я заклеил отверстия, но они, к сожалению, отклеились половину. Вот, но я думаю, что наличие этих отверстий никак не влияет на охлаждение мотора без кулеров. Вот, значит, смотрите, было 102 градуса, стало 89, да, ну, 90. То есть у нас на 10 градусов она упала, потому что с обмоток сейчас температура переходит на статор. А статор впитывает еще, способен впитывать температуру с обмоток. Вот, я думаю, что сейчас на 89 градусов, ну, где-то там 85-80, это все дело статор впитает, и вся система уравняется на температуре где-нибудь так 80 градусов. В принципе, это позволит дальше ехать, вот, без чупососа. Вот, но у нас совершенно нету запаса по мощности. То есть для того, чтобы набрать скорость 100 в час, нам нужно динамично так вкачивать около 15, а то, может быть, 20 киловатт. Соответственно, вот мы плавно подошли к этой скорости без продувки. И вроде как едем там 90, там 95, ветер подул, может быть, там больше, меньше. Ну, собственно, окрошки и так все знают, что она может это делать. Здесь никаких секретов нет. Вот. Но, к сожалению, в этом случае
нету запаса по передозу. Вот, значит, вот сейчас вот у нас прошла пауза буквально несколько минут. Температура стала 85 градусов. Давайте вот сейчас ради интереса понаблюдаем, за какое время она упадет, скажем, до 60 градусов. Вот я сейчас ничего не буду делать, и давайте ускоримся. Но самое интересное здесь — это 40 километров в час. Значит, мало кто знает, особенно те, кто любит на стендах тестировать, что 40 километров в час — это та скорость, от которой начинается дальнобойная езда на байках. То есть байки используют еще и на дальних покатухах. Это 100 километров, 150, 200, в зависимости от того, какая у вас батарейка. Самая оптимальная скорость в этом режиме — это 40-50 километров в час. Это когда не сильное большое потребление и мотор находится уже в КПД. Можно ехать со скоростью 30 в час, но при этом КПД падает, расход уменьшается, соответственно, но при этом жопа отваливается от того, что вы долго просто сидите. 100 км в час ехать на скорости 30 км в час – это слишком долго. Вот, поэтому скорость, уже принятая в сообществе электробайкеров, это 40-50 км в час. И здесь мы видим, что крошка на скорости 40 км в час выходит за психологически такой вот предел 80% КПД. То есть она становится очень экономичным мотором на дальнобойной скорости. И одновременно, если вам нужно дать тапку в пол, вы легко наберете скорость до 97 км в час. При этом КПД остается за пределами 80%. Вот не знаю, что, почему вот 80%, но вот такая вот величина вообще принятая, что должно быть выше 80%. Так вот, мы видим, что полочка относительно ровная на самых востребованных скоростях. Собственно, это и нужно было увидеть. Но, ребята, есть маленькая оговорочка. Значит, я здесь пометил 75 км в час, КПД аж 87%. Но это был сделан замер вот до скорости 75 км в час без ослабления поля. Значит, мотор, к сожалению, дает максимальные обороты для скорости 70 км в час на обычном контроллере. Вот, дальше в контроллер включается ослабление поля. И несмотря на общепринятую позицию, что ослабление поля резко снижает КПД, херня это все полная, мы видим, что полочка КПД идет аж до 97%. До 97 км в час. И здесь я, к сожалению, дальше замер не смог сделать, потому что у меня стенд не позволяет выше 100 км в час, выше 1200 оборотов загрузчика делать, там полевики, в общем. Ну, это техническая, ладно, деталь такая. Вот. Как-нибудь я это исправлю, и можно будет мерить выше 100 км в час. Так вот, значит, вот в этой скорости 97 км в час при наличии ОВС, собственно, не ОВС, а ослабление поля, мы видим, что полка КПД ни черта не пострадала. Она как была ровненькая, так и относительно остается ровненькой. И я думаю, что у этого мотора, судя по тому, что там железо 0,35 мм, полка КПД будет еще до 75% на скорости где-то до 120 км в час. Конечно, в тепло в этом случае уйдет до хрена. Вот. И, в принципе, это можно потом будет как-нибудь измерить. И, соответственно, теперь смотрите, почему я взял 1 кВт тепла на испытаниях. Потому что в этой точке 97 км в час идет тепловыделение 957 Вт. То есть мне было интересно увидеть, в зависимости от реальных замеров, относительно реальных замеров, смогу ли я ехать свои 97 км в час, сможет ли чупосос сдуть вот этот киловатт тепла. Вот для чего для чего я делаю, точнее, тепловые испытания.
Поэтому, ребята, значит, обязательно сначала делается замер полки КПД. И дальше уже смотрим самые верхние точки скорости, смотрим тепловыделение. И уже проводим тепловые испытания вот на этой тепломощности, грубо говоря, так. Вот. Ну, соответственно, можно предположить, что этот мотор будет легко ехать 100 в час при любом ветре, потому что здесь достаточно КПД, чтобы держать момент. И видно, что падение не такое резкое. Оно где-то здесь вот закончится, где-то на 110 в час, да, действительно. Вот. И в прошлом году Андрей показал, что байк его разогнался до 107 в час, но, к сожалению, ОВС не способна дальше крутить мотор, потому что мотор многовитковый, наоборот. Вот. И, к сожалению, да, его надо перематывать под более высокие обороты. Чуть-чуть там полвитка добавить, и, соответственно, скорость чуть-чуть увеличится. Но здесь уже нет никакой необходимости, потому что выше 100 в час нет никакой целесообразности ехать, потому что батка резко заканчивается, потребление будет уже выше 10 кВт, а может быть там все 15, в зависимости от того, как высунуть голову. Вот. Поэтому, значит, обычно ездят на скоростях до 90 в час. 90 в час – это, собственно, у нас примерно потребление 4,5-5, там 6 кВт, в зависимости от шлема и одежды. Вот, значит, ну, ребята, дальше. Зачем нужен чупосос? Значит, помимо того, чтобы сдуть 1 кВт тепла, существуют еще горки. Вот здесь про это все забывают. Значит, крошка ездит 90 км в час без чупососа. Понятно, потому что здесь тепловыделение 500 там чем-то ватт. И при набегающем потоке воздуха на статор во время езды на такой скорости, собственно, тепло, оно кое-как уходит. Вот, то есть крошка разогревается до 130 градусов примерно. И вот она, собственно, держится на этой температуре. Вот, и все счастливы, все довольны. Но есть горки, есть разгоны. Вот на горках и разгонах там совершенно иная картина. Там нет скорости, там очень плохой КПД, а разогнаться надо. Поэтому мы вжариваем туда 20 кВт, очень быстренько разгоняемся до скорости там 70 км в час. Это длится считанные секунды. Но за эти считанные секунды статор набирает тепло в себя, вбирает. И так вот мы можем делать в течение первых получаса. А дальше разогретая крошка до 130 градусов будет сбрасывать до 100 градусов очень-очень долго. Как мы видим на видео, с 80 до 70 крошка сбросила за 19, ну почти за 20 минут. Давайте послушаем, что будет говорить Чупа на видео. Ребята, я остановил тест, потому что температура до 60 градусов не могла сброситься за какое-то разумное время. Вот у меня батарейка в камере, к сожалению, не бесконечна. Вот, прошел час, я все выключил, и вот за час мотор сбросил с 80 до 37 градусов. Ну, в принципе, те, кто ездит на крошках, знают, что это норма, как говорится. Вот, значит, ребята, прежде чем тестировать то же самое, но с чупососом, я хочу коротко затронуть одну очень важную тему. Значит, статор здесь достаточно мясной. Покуда вы не переваливаете где-то за 6 кВт, разогреваться до 130 он будет в течение, наверное, часа. За это время большинство людей успевают доехать до работы, до точки Б в течение часа. И кажется, такое создается ложное впечатление, что вроде как ничего и не греется. Ну, там, довел до 110 градусов, там, до 100. Ну, и хрен бы с ним, поставил. Все, доехал, поставил, остужаешься и все такое. Однако, все в корне меняется, когда мы попадаем, допустим, в горные условия. Вваливать надо сюда, чтобы нормально ездить по горам. Там, 10-15 кВт. Соответственно, в тепло будет уходить 1 кВт. Горки бывают длинные. Еще не забываем, что реген с горок очень сильно будет греть мотор.
Вот поэтому сейчас чупососину включим и представим, что мы находимся в Крыму, где-нибудь, может быть, не в Крыму. И у нас такие горки длиной по несколько километров вверх, ну там градусов 10, не больше 15. И там вниз реген мы используем, постоянно на регене будем спускаться. Поэтому никакого обдува в таких условиях на малых скоростях нету. Все-таки 100 в час мы не поедем в горку, мы поедем со скоростью 40 в час. КПД будет хреновый. И вот как раз киловатт на подъеме запросто может выделяться на обмотках. Давайте сейчас, ребята, запустим всю эту систему. Запустим чупосос и включим это все дело. Пошла шайтан машина. Вот. И теперь давайте посмотрим, за какое время температура обмоток поднимется вот с этой температуры до 100 градусов. Если вообще поднимется когда-либо до 100 градусов. Ну что ж, поехали. Так, ребята, я остановил тест, потому что все это бессмысленно дальше продолжать. В общем, прошло около 17 минут, на камере видно. Значит, давайте теперь посмотрим, что у нас делается здесь на статоре. Смотрим. Нормально, 60 градусов на магнитах. Вроде как 60 градусов на крышке. Здесь идет достаточно горячий воздух отсюда. Вот. Но мне не нравится звук чупососа. В том плане, что походу сел аккумулятор. Ребята, сейчас поменяю. Так, значит, получается у нас такая картина. Значит, точка равновесия не была достигнута, но к ней очень сильно, очень медленно подходила температура. И смотрите, значит, вот за короткое время у нас уже 68 градусов. Давайте посмотрим дальше, как он будет сбрасывать. То есть
То есть со 100 градусов, с 90 с чем-то там, с 95 градусов до 67 он сбросил примерно за 3 минуты. У меня на камере 17 минут было время, когда я тест остановил. Соответственно, сейчас 20 минут. За 3 минуты сбросилась температура, ребята. Что могу сказать? Значит, ну давайте, ладно, все это я выключу. И так все понятно. Ребята, ну теперь какие выводы я сделаю после этого теста. Значит, смотрите. Чупасос новой конструкции, в отличие от старой конструкции, сдувает 1 киловатт. Это очень неплохо. К этому киловатту мы шли, наверное, полгода за зиму. Вот. Значит, дальше. Этот мотор сможет брать любые горки. Ну, 30-градусный, очевидно, понятно. При весе 170 кг он затянет. Потому что здесь крутящий момент можно добиться 300 ньютонов. Любой ценой, как говорится. Вот. Значит, дальше. Этот мотор повезет вот этот байк со скоростью 100 км в час гарантированно при любом ветре. То есть у него момента будет там достаточно, чтобы при встречном ветре там 10-15 в час ехать со скоростью 100 в час против ветра. Собственно, это и добивались. Значит, дальше. Ребята, значит, сейчас этот мотор перекочует на место пирожка. Пирожок, тебе огромное спасибо за прошлогодние покатухи. Ты отлично толкал этот байк. И я получал удовольствие от тебя, но пора делать следующий этап, что и, собственно, и планировалось. Этап следующий, это у нас установка уже крошки, более мощного мотора. Вот. И начало езды на крошке. Вот, естественно, что вот это все вот уйдет на полку почета, как говорится. Вот, сразу видите, мы тут проложили 6 ЭВГ полностью до мотора фазные. То есть это чтобы не перетаскивать проводку новую. То есть контроллер остается тот же самый. Это у нас так называемый G-контроллер Revision One. Тут, правда, на нем не написано, что это G-контроллер. Но я-то знаю, что это G-контроллер. G в кавычках. G. Надо написать будет. Вот. Ладно, ребята. Значит, следующее видео я постараюсь сделать о том, как я этот мотор ставлю сюда. Какой геморрой при этом будет. А может быть и не будет. Вот. И уже после этого видео, через одно видео, мы уже будем делать испытательные заезды вживую. А сейчас, ладно, ребята, всем пока. Это был Чупа.